Ребята, всем привет! Сегодня вас ждет очень веселый видеоролик. Сегодня мы с Максутой будем капец как много страдать. Вообще весь видос будет похож на сплошное наказание. Но у этого видеоролика есть одна очень интересная задумка. Русик для нас подготовил 12 видов различной острой еды и поместил все это на колесо фортуны. Здесь есть KFC, местный KFC, Taco Bell, Texas Chicken, короче, очень много всего. Здесь есть и что-то супер-супер острое, и есть что-то менее острое. Но в чем же смысл? Мы с Максутой крутим колесо фортуны. Допустим, выпадает тайский KFC. Нам это приносят, и самое главное, ставят перед нами один стакан с молоком. Один стакан на двоих. Мы начинаем все это есть, и тот, кто первый срывается, тот, кто не выдерживает остроты, начинает пить молоко, проигрывает. Он не получает ничего, а соперник получает плюс один балл. И в конце, кто набирает больше всего баллов, сможет забрать очень хороший денежный приз. Раз, два, три, четыре, пять. $500 за то, чтобы просто поесть. Сегодня будет максимально жарко. Давненько я не ел острое, чтобы мне за это еще платили. Обычно это было наказание. Недавно ели мы. Месяц назад. А, ну да. Ну, давно. Кстати, ребят, напишите в комментариях, как у вас с новогодним настроением. У нас его пока что нету. А осталось, между прочим, всего ничего до Нового года, до самого главного праздника. Также осталось всего ничего до 5 миллионов подписчиков. Посмотрите, ну что это? Это просто, это смешно. Всего ничего. И наше новогоднее настроение зависит напрямую только от вас. Потому что это единственный, самый желанный для нас подарок. 5 миллионов подписчиков. И вы можете нам помочь. Если вы подписаны, поставьте лайк. Лайк помогает распространяться видеороликом. Если вы не подписаны, кнопочка подписаться находится прямо под этим роликом. Вот, вот она, берешь. На, готово, вы подписаны. Мы рады, настроение у вас, у нас. Мы делаем крутые видосы, все счастливы. Все хорошо. Согласитесь, 5 миллионов подписчиков под Новый год, ну это прям реально круто было бы. Прям очень круто. Лучший подарок. Лучший подарок. Так, ну что, Максута, бабосы пока что мы убираем в сторону. Пока что... На бочку? На бочку, пока что не зыркай. Все понял. Куда ты тянешься? Я сказал, не зыркай. Так, ставим стакан на центр и... Делай вращение, доверяю. Может, лучше на КМН, так честнее будет. Давай лучше сделаем так. Предлагаю решить, кто из нас будет первый, устроив мощный Blade Battle. Blade Battle? Погнали, сейчас я покажу. Это новые Блейды Инфинити Надо коллекции Epic Launcher. Абсолютно новое представление о пусковых установках и волчках. Давайте скорее их распакуем. В новой коллекции сразу три новых линейки. Epic Launcher Starter. Пусковая установка этой линейки в устрашающей форме зверя, дракона и тигра. Раскрути облегченный волчок серии Starter для более скоростного вращения на арене и порази соперника. Epic Launcher Standard. Готовься к самому эпичному запуску блейдов Infinity Nada мечом Epic Launcher Standard. Пусковая установка подарит совершенно новый опыт запуска волчка на арену, даже самому умелому игроку Nada. Меч помогает точнее запустить блейд на арену, но помимо пусковой установки, меч это еще и монтажный инструмент, с помощью которого можно пересобирать блейды, создавая свой уникальный. Также у этой серии есть еще один крутой бонус. Блейд светится при разгоне. Андрюха, как их правильно запускать-то? Сейчас все покажу. Вставляешь свой надо в специальное отверстие до щелчка, раскручиваешь волчок, нажимаешь на кнопку запуска. И твой блейд уже на арене. Круто. Ну что, устроим батл? Я возьму себе блейд Gold Phoenix. Тогда я заберу Magic Dragon. Ну что, Максута, готов? Готов. Раз, два, три, погнали! Понеслась, бегай! Давай, 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 понеслась! Ты куда убегаешь от меня, Максута? Поближе иди. Вперед, родной. Давай. Так. Не теряй скорость, друган. Нет. Пожалуйста, давай, нет. Родной. Да, 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 да. Ну, что-то нет. Не надо. Ну, походу, да. Но, ну, не надо. Давай, ну, давай, 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 останавливайся. Пожалуйста, нет. Да! Чудо не чисто пошло. Моя победа. Есть! Все волчки Infinity Nada это персонажи мультсериала Infinity Nada, который можно посмотреть на YouTube. В описании ролика вы найдете ссылки на сайт и YouTube канал Infinity Nada. Переходите и смотрите эпичные Blade батлы.
Так, ну что, была не была, в наших же интересах выбрать что-то менее острое. В наших интересах выбрать. А в интересах колеса фортуны сделать все наоборот. Раз, два, три. Давай что-нибудь вкусненькое, пожалуйста. О! Начинаем с интересного. Taco Bell. Мексиканская кухня. Перед вами одно из самых популярных блюд Мексики – это тако. Это вот такая вот лепешечка, внутри которой находится мясо и овощи. Штучка достаточно острая, но у нас здесь есть небольшой бустер. Вкусовая добавка. Вкусовая добавка, да, такая вкусненькая. Также, я думаю, вы заметили, что перед нами уже стоит молоко. Вкусное. Я уже хочу просто попить. Мне тоже хочется пить. Мажем это все соусом и употребляем. Да. Обратите внимание, что на соусе написано «fire», что переводится «огонь». А у меня «выходи за меня». Реально? Да. У тебя там тоже написано, только на тайском. А я тайский не знаю. Ну и правильно. Да ладно. Да ну. Могу сказать, что... Да что? Что ты делаешь? Ага, вот. Так, ну что, Максу, надо съесть все. Съедаем тако. Если ты выпиваешь молоко первый, ты проигрываешь. Если я выпиваю первый, ты проигрываешь. Давай, погнали. Давай. Вау. Вау. Крузик, а можно вилочку? Работает тактика, чем быстрее ешь, тем меньше больно. Вау! Мексиканцы знают толк в остроте. Ну, могу сказать, что это еще лайт. Но тепло. Прогревает изнутри, она прям хорошо. Я не знаю, у нас зарумянились на лице чуть-чуть, но в принципе это терпимо. Ты хочешь выпить молока? Я бы сказал, что это даже больше вкусно, чем... Невкусно. Остро в меру, могу сказать. Но как бы в любом случае запить охота. Но я не буду этого делать. Я тоже не буду. Все. Молоко мы не трогаем. После первого раунда 1-1. Давай, Максу, давай сделай вращение сразу сходу. Вау. Ой, ну, пока что лайт. Чипсы Доритос. Думаю, это будет тоже изи. Но не уверен. Ну что, ребята, чипсы Доритос. Здесь написано Hot Chili. Пачка не внушает доверия, сам цвет чипсов не внушает доверия. Я думаю, что здесь злость. Злость. Не могу понять. Ну, куда я попал? Запах очень странный. Запах медовый, да? Пахнет так. Больше сладко, чем остро. У каждого по 10 штучек. Давай попробуем по одной сейчас, чтобы понять вообще, насколько. Давай. На пачке выглядит намного злее все это. Вкус вкусно. Это вкусно, да. Вкус именно чили. Вкус чили чувствуется, не остро. Да, вот сейчас остро. Оу. Язык жжет. Вау. По второй. А может все сразу же? Давай все сразу. А, давай. Но я все одновременно не смогу засунуть. Я тоже. Давай по частям. Да. Вот так. Готов? Раз, два. Готов. Вау! Вот это чипсы! Вкус, знаете, на что похож? Вот острота, она сравнима, вот как будто иголочкой тыкают по языку. Кстати, чем больше дышишь, тем хуже. Вот сейчас как будто бы слишком охота попить молока. Вот прям вот надо чуть-чуть запить. Я думаю, вы помните, что после тако мы не запивали молоком. То есть сейчас этот эффект остроты, он будет очень сильно накапливаться. И в какой-то момент нас разорвет. Значит, глаза на себе сидит, да? Есть такое. Фух. Нет, это терпимо, а это можно еще. Ты что, матрас надувал? Да. Наверное, неподготовленному человеку, наверное, сейчас захотелось бы запить 100%. Если бы я просто ел бы это в комнате, я бы 100% это запивал. 100%. Но сейчас... Если бы у меня не было мотивации получить 500 баксов за то, что я не запью, то я бы запил. Идем дальше? Да. Уверен? Руки. Ребята, сегодня будет разрывной ролик. Я вам клянусь, в один момент так и крышу сорвет нам, я чувствую. Делаем вращение. Вау! Мы идем как будто бы по нарастающей. Это очень хорошо, тайский KFC. All of this for
just 20, get it from a KFC. Так, ну что, ребята, переходим к KFC. Рассказываю небольшую предысторию. Тут недавно мы решили заказать кефас, покушать. И знаете что? Вот когда ты заказываешь KFC в России, там нету выбора. То есть ты берешь крылья, они просто острые. Здесь есть выбор. Обычные, острые и супер спайси. Если получится через экран вам передать весь ад, вы поймете. Сейчас я вам покажу, что такое супер спайси. Посмотрите на цвет, пожалуйста. Я надеюсь, что через камеру очень хорошо это видно. В реальной жизни они намного темнее обычных острых. Мы заказали, сделали два укуса. Офигели от того, что мы испытали. Мы не смогли это съесть, потому что это невозможно. Просто сидеть, есть, смотреть что-то, это невозможно. Это прям стресс для организма. О, щит. Также у нас есть чили соус, которым мы сейчас все польем. У меня желудок заболел. Походу от кока-колы. Это не из-за острого, это с компьютера все. У меня еще рот жжет с чипсов. У меня тоже. Погнали. Это только одна была. Погнали по второй. Максута выступает под. Обратите внимание. У него концерт на лбу примерно. Перчинка залетела. Погнали? Третья? Третья. Я не чувствую языка уже. Мне жарко. Тебя парализовало, что ли? Чего же велиться? Тут уже идет водопад полный. Полным ходом. У меня горит рот. Горит. У меня иммунитет не такой большой, как у Максута. У меня горят губы. Я хочу пить. Мы съели всего три. Три крыла. В принципе, в обычном KFC тяжело было крылья есть, но вот эти, здесь они действительно постарались. У меня просто нет слов. У меня заболели почки. Почему-то. Что? Я не знаю, у меня заболел желудок, у меня заболело все. Пить будешь? Очень хочется, честно. Мне тоже хочется, но я не буду. Ты будешь? Держимся? Это вопрос? Это предъява. Крути. Кручу? Да. Что там будет? О май гад! Да пошел ты нафиг! Нет! Острый рамен, твой чувак! Рамен! Я его в тот раз не съел. Пока что счет у нас идет одинаковый. Это было третье блюдо, у нас 3-3. Но могу сказать, что они были лайтовые, поэтому 3-3. Как бы держаться можно. Но сейчас все может решиться. Сейчас уже чисто на характере должна быть битва. Вот сейчас вот кто дольше продержится, тот победил, я считаю. Подожди, вот если ты первый запил, я могу потом запить? Да. Острый рамен. Исчадие ада находится у нас сейчас на столе. Можете обратить внимание, посмотрите, пожалуйста, на цвет, на то, насколько просто алый цвет. Я думаю, здесь видно очень хорошо, что перца просто дофига. Что мы делаем? Едим с тобой одновременно до тех пор, пока все это не съедим. Либо же до тех пор, пока кто-то не сорвется и не попьет молока. Давай? Я в деле. Погнали. Давай. Может, бульончику пробуем сначала? Я помню, каково это на вкус. Ты не выдержишь этого. Пацан. Давай еще вилочку лапши. Кто-то в здравом уме это вообще ест? Слушай, у тебя так-то нормальный макияж. Хороший? Губки-то красные. Еще по ложечке. По вилочке? Да, по вилочке, давай. Вилочке. Погнали. Как ты? Мне плохо. Мне тоже очень. Может быть, попьешь? Зачем ты это сказал? Давай лучше попьем жишки. Максута! Да зачем ты ходишь? Давай, надо добить, слышишь? Давай. Погнали? Нет, подожди, мне больно. Давай, поехали, раз, два, три.
Пей. Давай пей. Ты пей. Нет, ты пей. Ты пей. Давай еще по вилочке. Я уже не вижу, где вилка. Если у вас возникает вопрос, почему мужчины живут меньше женщин, ответ посмотрите есть. Наше видео. У меня горит губы. Да давай быстрее. Давай. Давай. Пей молоко. Мне больно. Давай пей. Ты пей. Ты пей. Ты пей. Я не буду. Я хрен сдамся. Я тоже. Погнали. Какой же ты козел. Давай еще ложечку. Можно я уже пойду? У меня болят губы. Погнали. Раз, два, три. Давай вилочку, Максута. Вилочку втягивай. Девушки, я плачу. Я губ не чувствую вообще. А нет, пошел ты в задницу. Ни хрена ты выпил молока, ты что? А как же я? Я был на грани, прости. Ты что, допил? Руси! Да Максута! Дайте мне молока! Да как жить? Как? Я думаю, вы видели, ребят, что это были помада Максута осталась. Я вытеру вот так рот. Ну-ка, у меня. Ребят, я думаю, вы видели, что это все было по-настоящему. Такие эмоции подделать невозможно. Короче, ребят, по итогу этого раунда балл один падает в копилочку мне, потому что Максута первый выпил молоко, а тот, кто первый выпивает, ему ничего не достается, второй может потом выпить, но уже с баллом плюс. Короче, счет сейчас 4-3. У меня даже зуб заболел. Готов? Техас чикен. Не могу сказать, что это не новинка. Техасские крылья. Мы переходим к техасскому чикену, как в новостях. Что хочу сказать. Говорят, что это очень остро. Давайте посмотрим, что внутри. Ого-го, это что? А что такая большая-то? Это что? Это весь цыпленок? Я не знаю, походу да. Так, ну в принципе все то же самое. Хаваем? Хаваем. На уж. Острота чувствуется. Я не могу понять, курица она сейчас горячая, потому что она горячая или потому что я съел рамен, который у меня сейчас просто во рту греет все. Я не могу. Да, техас чикен вообще бомба. Попить не хочешь? Хочу. Попей. Остро? Очень. У меня такое ощущение, что я после рамена вообще ничего не чувствую. У меня есть ощущение, что этот видос заблокирует. Почему? Потому что то, что делаем, мы сделать нельзя? Мне кажется, что нет. Давай сделаем вид, когда будешь нам вкусно. Это я смеюсь. Какая же балдежная курица. Вкус просто восхитительный. Как же я хочу молоко. Кто не пробовал техас чикен, попробуйте. Вкусно. Даже получше, чем KFC. Да. Ставь лайк, если хотел бы с нами так поучаствовать в видосе. Было бы круто вас позвать и вместе с вами зарубиться на острую еду. Ты будешь пить? Нет. Я тоже не буду. И я кричу сейчас. Давай. Нет. Что это? Да ты... Что это? Это тот самый? Я готов сразу же попить молока этих. Это... Рус! Острый перец это то, что я думаю? Это то, что ты думаешь. Дайте выплюнуть меня! Вот.
это тот самый перец под названием ад. Ой, сейчас вы увидите такую гамму эмоций, вы сейчас увидите такую гамму наслаждения, боли. А я не хочу максимально это делать, но сейчас мы будем соперничать, кто вперед выпьет, я думаю. Давай сейчас, короче, закинем и будем просто жевать. И вот, ну, до талого. Давай? А давай. Я что-то вообще не готов сегодня был к этому перцу. Раз, давай. Два, три. Мне жопа. Подожди ты, это не работает даже. Да пошел ты, не работает. Жуем маршрутом. Пока не берет. Давай сплюнем. Перерывчик, делаем съемки чуть-чуть. Надо стопануться, это жопа. Ребята, мы немножечко оклемались. Никому никогда в жизни не советую попробовать этот перец. Это не надо оно вам. Правда, оно не надо. Кстати, счет у нас сравнялся 6-6. Но я не выдержал. Ты вообще, ты достойно прям продержался. Да, не знаю. Я просто кричал в подушку тихо. Ну, беззвучно. А я кричал здесь. Да зачем? Арахис васаби. Очень интересная штука. Давайте посмотрим, что это. Нам принесли вот такую вот пачечку арахиса с васаби. Эта штука продается в местном магазине, в 7-Eleven. Она достаточно вкусная, если есть по одному орешку. Есть такой момент, что если закинуть, допустим, 3 орешка, васаби настолько сильно перехватывает твое горло, забивает твой нос, что ты начинаешь задыхаться в один момент. Но я думаю, вы понимаете, так вы пробовали наверняка васаби, какое-то чувство, когда много сильно схаваешь. Здесь то же самое. Я предлагаю просто взять и закинуть, ну, орешков 10. Сразу? Чего нам тянуть? Моя задача выхлестнуть тебя из этого соревнования, при этом не выхлестнуть за саму. Вот так вот они выглядят. 10. Кажется, что это немного. И если начать дышать неправильно, то есть нужно вдыхать носом, выдыхать ртом. И если ты немножечко запутаешься, начнешь вдыхать носом, все. Все, 10 сразу же. Да, и... да. Не думая ничего. Не думая вообще. Мы же не умеем дышать. Ты забыл? Раз. Два. У меня уже сил нет, честное слово. У меня уже нет сил. 3. Ага.
Вот что бывает, когда перепутал дыхание. Я съел. Я тоже. Нормально? У меня нормально. Меня в один момент начало захлёстывать, но я это... Мне просто пробило нос вот так. Я говорю, бывает, что закидываешь, чуть-чуть неправильно делаешь дыхание, и все, и прям очень сильно накрывает. Прям очень сильно, прям вот так вот аж. Ну сейчас мы сделали все грамотно. Давай вращение. Так, мне выпал перчик сегодня. Что может быть хуже? Ничего. Слушай, тебе, нам? Хуже перца может быть только сушеный перец. Но вот эту штуку мы, кстати, не пробовали. Не знаю, что будет. Сам факт, что он сушеный и что это перец. Пачку сушеного перца мы купили в супермаркете. Выглядит это все вот так вот. Ну, как-то весело даже. Видите, он даже улыбается. Ему хорошо, этому перчику. Здесь есть уровень остроты 4 из 5. Штука называется Hey Chili. Hey! Hey! Yeah. Ну что, так. Давай. Мне даже интересно, как это выглядит. Типа, может, это чипсы будут? Wow. Но судя по количеству специй, штука достаточно острая, наверное. Посмотри. Это перец. Это реально сушеный перец. А, что, предлагаю пожестить? По одной. Нет. Хотя бы. Нет, Максута, не по одной. В смысле не по одной? Не по одной. То есть, ну, мы даже не понимаем примерно уровень опасности, а ты уже тут наваливаешь. Всю тарелку. А почему ты мне большие кусочки кладешь, а себе какие-то вот детские? Да что ты, где? Ну да. Пойдет? Пойдет. Похоже на собачий перекусок. Да-да-да, кстати. Попробуем одну сначала, а потом сразу 4 закидываем. Давай. Давай. Понял. Погнали. Это просто красный перец в кляре. Это достаточно остро. Что-то на уровне, наверное, KFC. Мне кажется, даже Техаса. Может быть, даже Техаса. Как какой-то снэк, это очень странно. То есть это просто красный перец. Кто это будет есть? Который в кляре обмакали и зажарили во фритюре. Ну хочется запить. Оно еще такое соленое все. Прям вот хочется запить, но... Еще и вот здесь вот остается перчик. Да, да, да. Ты будешь пить? Нет. И я не буду. Может, ты побьешь? Нет. Счет у нас 8-8. Пока что идем наравне. Я вращаю? Да. Давай. Каролина Риппер соус. Каролина Риппер соус. Давайте вспомним, что было с Русиком. Вашему вниманию представляю соус Каролина Риппер. Каролина Риппер — это самый острый перец в мире. Путем химического вываривания из него делают самую острую приправу в мире в 16 миллионов скобелей. Острее ничего не бывает. Эта штука безумно острая. Русик подготовил для нас два наггетса, а также соус. Чтобы вы не думали, что это какой-то другой соус, я прямо сейчас вот так вот возьму, бахну все это сверху еще. Вот. Ой, это реально он. Делаем? Погнали. Ну вот. Я так же. Угу. Погнали. Да твою мать, а. Нам точно два надо съесть? А? Давай. Вау! Старичок, ты как? Если кто-то из нас сегодня не заберет деньги, нам просто нужно будет вдвоем сходить к врачу на обследование. На эти 500 баксов. Я согласен. Ты будешь пить? Я думаю об этом. Я думаю, что и будешь.
По остроте? Я, наверное, попью, я не могу. Правда, все у меня... Сюда! Ты его пил? Козел. Я не хочу проигрывать. Но я хочу пить молоко. Попей? Нет. А может, еще по соусу тогда? В этой жизни главное грамотно блефовать. Если ты хлебнешь соус, я выпью. Ты меня на пол берешь? Нет, я серьезно, я говорю сейчас перед камерой, если ты сейчас выпьешь, я точно не смогу, я 100% попью молоко. А как его хлебануть должен? Чтобы было видно зрителям. Ну, в смысле, вот так прям? Вот так, Маш. А могу просто так пальцем макнуть и вот... Не, ну давай ты хлебанешь. Ну, что-то я как-то не особо готов к этому. Надо просто представить, что это чай. Ты живой? Неплохо, да. Ладно, я свое слово держу, мне правда плохо. От души. Там лосина плавала, кстати. Там она. Отсюда. Честно, вот я не боюсь, но боюсь, что у нас осталось еще 3 штуки, но просто это ад. Я боюсь, что там реально по низу придется ехать, слышишь? Ну, без шуток я говорю. Мне плохо, правда, очень плохо. После такого количества острой еды шевелиться неохота вообще. Я хочу вот так лежать просто 2 дня. Вот так. Не двигаться. Мы можем просто оставить деньги и не идти дальше. Я просто тоже уже, да. Вот у меня 2 хп осталось. Что это, все? Это твой выигрыш. Погоди, это не так. Давай, чтобы было честно. Не-не-не, ты меня обошел сейчас. Ты меня это сейчас будет обошел. Наш выигрыш. Ты обошел меня. Но это же мучение было обоюдно. Не-не, так нечестно. Это тебе на врача. Короче, ребят, вы видели, что происходит, и это вообще не шутки. 3 предмета, ну, я не осилю, правда. Я просто, вот я говорю, что вот, это Максуты, вот, это его победа. Я не смогу пойти дальше, потому что у меня живот вообще просто на разрыв сейчас идет. Впервые, ребят, приходится прерывать видос вот так вот, условно, не доводя его до конца, но, честное слово, вот, вы видели, как нам плохо от такого большого избытка острова, да, который мы сегодня съели, но я боюсь, что просто это может плохо закончиться. Вы постоянно нам в комментариях пишете, что, ребята, не надо рисковать, вы слишком вот начали по хардкору все делать, не надо. Вот сейчас, наверное, вот эта вот штучка в голове у меня такая, мозг называется, маленькая. Она такая, инстинкт самосохранения. Да, он говорит, слушай, Андрюха, а да дай ты эти деньги, Максим. Ну что ты уперся-то в эти 500 долларов? 500 больше, 500 меньше. Не, ну могу сказать, что вот в таком концепте острая еда достаточно интересная. Жестоко. Когда... Это, скорее всего, последний ролик с острым на нашем канале, потому что я Яманалова больше есть. Наверное. Фух. Наберите много лайков, и мы вообще не будем про острое снимать больше. Пожалейте нас, пожалуйста. Подписывайтесь, ставьте лайк, чтобы мы больше не ели острое. Спасибо большое за просмотр. Всем пока.